Миф о том, что слоны боятся мышей, является одним из самых популярных и распространенных. Слоны действительно могут испытывать страх перед мышами. Но это происходит не из-за того, что они боятся мелких грызунов, а из-за неожиданности и неожиданной реакции приближения мышей. Интересно, что этот миф возник благодаря наблюдению европейских колонистов в Африке, которые заметили, что слоны реагируют на мелких грызунов. Однако это происходит не из-за того, что они их боятся, а из-за того, что они переживают и не хотят случайно на них наступить. Таким образом, миф о том, что слоны боятся мышей, является лишь легендой, которая не имеет никакого научного объяснения. Несмотря на это, он продолжает быть популярным и завлекающим жанром для рассказов и анекдотов. Не верь мифам, ищи факты на канале Вадимкус. Пока!